тракторозаводском районе неуправляемый москвич снес забор. Машина залетела на бордюр и сбила. Все. Авария случилась на пересечении улиц Комарова и Салютная, рядом с Садом Победы. Шофер москвича потерял управление. По предварительной версии, ему стало плохо за рулем. 61-летний мужчина умер. Скорая помощь. Мешок затолкали, увезли, а больше ничего. Прежде чем врезаться в забор, машина пронеслась по встречной полосе. Повезло, что другие автомобилисты сориентировались и ушли от столкновения.